И снова всем привет. Пару часов назад я выводил денежку из проекта Give50Me. Вот прошло несколько часов, у нас уже ночь, 11 часов, и мы продолжаем свои выплаты. На этот раз будем выводить с проекта ExpressPay. Давайте посмотрим, что проект нам предлагает. Проект нам предлагает три тарифных плана. Это 108% за 36 часов, 118% за 54 часа и 128% за 72 часа. Давайте теперь перейдем в кабинет. Вот депозит. Идем в мои депозиты. Вот мой депозит. Как видите, у меня уже пришло первые начисления в размере $1.18. Теперь давайте попробуем их вывести. Так, сначала посмотрим наш пайер. 51 цент на балансе. Обновляем страничку. 51 цент. Возвращаемся в проект. Нажимаем на вывод. И вот тут выбираете платежную систему, на которую будете выводить. Я буду выводить на Payeer. Нажимаю на Payeer. Вот у меня уже автоматически стоит баланс и прописан кошелек. Перед тем, как выводить кошелек, надо прописать данные аккаунта настройки и там сохранить ваши платежные данные. Так, вот тут дальше ввожу сумму $1.18 и нажимаю вывести. Так, ваша выплата подтверждена, проверьте баланс кошелька. Вот, забиться выплат, дата 17 октября, система $1.18, статус успешно. Давайте перейдем в Payeer, 51 цент, обновляем страничку и вуаля, $1.67. Идем в историю. Так, вот, $1.16, 2 цента у нас взял Payeer комиссии. Так, смотрим от кого. Выплата с ExpressPay. Как видим, проект успешно выплачивает. Так что ссылочка на проект будет в описании. Но не забывайте о правиле свободных денег. Инвестируйте только свободными деньгами, которые вам не жалко потерять. На этом все. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч.